Акиф все еще зол на Фарука. Разочарование еще больше подпитывает гнев Адема. Фарук просит о примирении, однако Адем не намерен прощать его. Разговор Адема и Фарука вызывает ссору между Сюреей и Эсмой Султан. Акифа, который столкнулся с Фаруком, ждут непростые дни, в то время как Бураны пытаются пережить происходящее действие, и Пек подталкивает Фикрета принять важное решение. На презентации происходящей, несмотря на все произошедшее, объявится новость, которая подтолкнет Буранов к совершенно новому периоду. А насладиться очередной, а именно 49-й серией турецкого сериала «Стамбульская невеста» на русском языке вы сможете уже 11 мая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.